прибываю на первый этаж Москвариума. В следующий раз для пенсионеров со скидкой я посещу этот дом в надежде увидеть живых акул. Сегодня я посмотрела только кафетерии и игрушки. На самом деле, вот они и на первом этаже есть, и на втором, откуда я вышла. Ну, вообще замечательно, конечно, здесь такая оживленная жизнь. Народ, естественно, цен пугается, очень пугается. Но зато здесь стали доступны мне билеты. Пенсионера будет 450 рублей в понедельник. Только в понедельник. Приходите, кто пенсионер. Вообще просто замечательно. У меня тут даже родилась идея сшить большого осьминога. Потому что здесь он стоит больше 2000. И вот видите, можно раздеться. Но я сейчас не буду тут приближать, а просто тихонечко вам показываю и уйду. Еще раз в игрушки посмотрим тихонечко. Ну и громко я слишком говорю. Вот там у нас, значит, где-то было кафе, где можно было увидеть этих дельфинов. Но я, честно говоря, уже не помню. По-моему, это было вот на первом этаже, вот там, в том конце. Но сейчас я не пойду туда уже. Я настолько устала, я хочу выйти на свежий воздух. Так, а выход на свежий воздух у нас, наверное, там же, где вход. Поэтому мы пройдем через игрушки. Я очень осталась довольна. Знаете, поднимает настроение для тех, у кого нет. И вот смотрите, на первом этаже есть еще вот эти, как их называют, скаты. А на втором их не было. И вот таких морских вот этих тоже не было котиков. Это морские котики. Ужасные цены, конечно, но звезды вот тоже, там не было звезд. Ну, я не знаю, люди смотрят, насколько это покупательная способность у них реально. Вообще все, конечно, больше, по-моему, возмущаются, поэтому тут я уже слабо могу что-то сказать. Посоветовать скопить денег побольше на игрушку, это тоже не выход. В общем, надо мне одеть шапку, а то на улице, знаете, сегодня прохладно. Первый такой прохладный день, но был днем очень солнечный. Я, вы знаете, сейчас хочу еще вот туда сходить изучить, потому что этого музея я тоже как бы не заметила в первый раз, когда приходила. Я здесь всего второй раз на этом комплексе Москвариума. Он очень большой, как вы поняли. И вот сегодня, в честь того, что солнце встало, в зенит светило, мы все тут пошли погулять, половить солнечных лучиков. И народ, в общем-то, оживился. Да, я в прошлый раз, когда был дождь, никого не встретила. Сейчас я здесь остановлюсь, с вами попрощаюсь. И потом все, может быть, расскажу поподробнее.